Главным событием православного мира в ближайшие 40 дней будет праздник Пасхи Христовой. Воскресшего Спасителя в Пензенской области молитвенно встретили 25 тысяч верующих. Не меньше людей провели в храмах и воскресный вечер. На службе в Успенском кафедральном соборе Пензы побывал Юрий Кангуров. Чудо выше всех чудес, Христос воскрес! С нами Бог и страх исчез, Христос воскрес! Так дети приветствовали митрополита Серафима и епископов Нестора и Митрофана. А внутри украшенного цветами и пасхальными желто-красными красками храма уже ждали прихожане, которые неустанно вместе со священнослужителями распевали тропарь Пасхи «Глас пятый». Великая вечерня в этот раз собрала не только трех владык Пензенской земли. Сослужителям в Успенский собор пожаловали многие настоятели города, отчего и самые главные слова ближайших 7 или даже 40 дней «Христос воскресе» звучали особенно громко, торжественно и радостно. Это не просто слова, которые отражают исторический факт, но это в первую очередь наша душа, наша жизнь, которая откликнулась на воскресение Христова. Мы всем своим сердцем каждый раз, каждый год переживаем эти великие и торжественные часы. В конце службы зампред правительства области от лица губернатора подарил митрополиту хрустальное пасхальное яйцо, перед этим зачитав самвона приветственный адрес. Сегодня пасхальные торжества в Сурском крае – это пример возросшего благотворного влияния Русской Православной Церкви на духовную жизнь жителей Пензенской области. Уверен, что многовековая мудрость святого православия будет и впредь давать российскому народу духовно-нравственные ориентиры. Дорогие мои отцы, братья и сестры, я сердечно всех вас благодарю за общую молитву в этот день, за радость, которую мы сегодня делимся друг с другом о воскресшем Господе. Пусть в сердце нашем всегда звучит «Христос воскрес!» На этом подарки не закончились. Священнический чин в лице Иоанна Еворского преподнес своему пастырю редкий подарок – алтарное Евангелие. А главный сюрприз вечера получили прихожане. Из Иерусалима через Москву для них был доставлен благодатный огонь.